Мама, прости меня за то, что я заставил тебя пережить. Ты самое ценное, что у меня есть. Я не хочу тебя расстраивать, но порой жизнь заставляет тебя делать то, чего ты делать не хочешь. О, Жан. Дитя мое. Сынок. Пожалуйста, не забирайте моего ребенка. Он не виновен, он ничего не сделал. Мам, я даю тебе слово, я вновь приду. Все мои встречи запретили. Я не могу прийти к тебе. Пожалуйста, иди, мама. Будь уверена, эти дни тоже останутся позади. Как я и говорил тебе, я обязательно вернусь обратно. Очень люблю тебя. Ну ж, доченька, вставай. Мама пришла тоже не дали увидеться. Ты не увидишь его. Иди домой. Но у меня ведь нет дома. Что ты сказала? Ладно. Ладно, я уйду, но я могу вас кое-что попросить. Говори. Можете передать Узану это письмо? Я умоляю вас, пожалуйста. Ладно, передам. Большое спасибо. Как Узан? Как он может быть? Он подавлен, он жалеет. Скажите ему, чтобы с ним все было хорошо. Когда он прочитает это письмо, он и так все поймет. Скажите, что скоро настанут светлые деньки. Вы можете сказать Узану, чтобы он позвонил мне, когда прочитает письмо? Я хочу слышать его голос. Если он захочет, посмотрим. Спасибо вам большое, спасибо. Брат Эйют. Брат Эйют. Брат, мама еще здесь, да? Да, она не ушла. Сказал, пока Узан не выйдет, я не уйду. Можешь передать это маме? Послушай, Узан, меня директор погубит. К тому же, откуда ты взял листок и ручку? Брат, забудь ты сейчас об этом, ладно? Пожалуйста, передай это маме, а? Я это не от тебя прошу, послушай. Она даже если умрет, не уйдет, пока меня не увидит. Передай это маме. Мама ушла, брат? Ушла. Как она выглядела? Как выглядит женщина, у которой молодой сын в тюрьме? Она так же выглядела, Узан. Возьми, это для тебя. От мамы? Нет, от той девушки. Аслым. От Аслым? Мама принесла. Нет, Аслым сама пришла. Попросила передать, сказала, что это очень важно. Выкинь мусорку, не буду читать, брат. Долго плакала она, Узан. Послушай... Это были настоящие слезы. Я видел здесь много людей, и ее слезы были правдивыми. К тому же, каждый человек имеет право на последний шанс. Брат, я много раз давал Аслым шанс. Но каждый раз она делала мне больно и разочаровывала. Я не хочу ничего от нее. Выкинь это в мусорку и все. Пожалуйста, прочти это письмо, Узан. Чтобы понять, зачем я все это сделала. Хватит уже злиться на меня. Я все сделала ради тебя. Ради того, чтобы ты жил. Этот дом
был для меня теплым и уютным, пока ты был рядом со мной. Когда ты был рядом со мной, я и могла жить спокойно и была счастлива. Когда я подходила к дому, по мне приходила дрожь. Я говорил, я сейчас увижу его. А сейчас это дом без души. Здесь ничего нет. Я захожу внутрь, и мне кажется, что я сейчас задохнусь. Будто сердце вот-вот остановится. Но я вынуждена, любимый. Пожалуйста, пойми меня. Если ты поймешь, что я все это делаю ради тебя, то я тоже смогу хотя бы немножечко вздохнуть. Нет, Аслан. Что бы ты там ни писал, меня это не волнует. Меня больше ничего по поводу тебя не волнует. Почему не звонит? Быть может, он не прочитал письмо? Или ему не разрешают позвонить? Мама. Я хотел проведать, как ты. Головная боль прошла? Нет, Фатих. Нет, головная боль все еще не прошла. Мне все еще сильно болит голова. Слушай, если ты позволишь мне, я немного отдохну. Ладно. Ты отдыхай. Если тебе что-нибудь будет нужно, ты позовешь. Ну же, Розан, ну же, позвони, наконец, пожалуйста.